Привіт всім любителям спорту! Сьогодні наш тренер Лариса Фомченко підготувала для вас комплекс вправ, які допоможуть при стресі. Добрий день! Период межсезонья, когда достаточно много дней пасмурных, очень хорошо помогает поднять настроение и энергетически пробудиться. Очень хорошо помогают занятия йогой и особенно йогой с гамаком. Итак, как обычно, настраиваемся на наши занятия. Соединяем сначала косточки стоп. Ладошки на уровне солнечного сплетения складываем вместе, так, чтобы соединить плюс и минус и почувствовать, как выравнивается левая, правая часть тела. Закрытыми глазами находим внутри ощущение, внутренним вниманием ощущение центра тяжести и проецируем его на плоскость стоп. Подтягиваем дно таза. Сразу же ощущаем, как растекается тонус по мышцам всего тела. Складываем кисти рук в замочек и, развернув ладошки вверх, надавив стопами в пол, во время вдоха подтягиваемся, как после пробуждения. Неважно, какое сейчас время дня, время суток, позвольте себе пробудиться на определенном уровне. Опускаем ладошки во время выдоха к макушке, еще раз вдох, пробуждаем те сегменты тела, которые могли остаться без внимания в течение дня или во время сна, опускаем ладошки к макушке и еще раз вверх. Сместив центр тяжести на стопу левой ноги, руки разводим в стороны, поднимаем правую стопу и воображаемые ниточки наматываем на запястье и голеностоп и разматываем. Замечательно. Опускаем кисти в замочек. Вдох. Сместив центр тяжести на стопу правой ноги, поднимаем левую руки в стороны. Прекрасно. И наматываем ниточки, разогреваем суставы. И в другую сторону. Хорошо. Кисти в замочек. И еще раз тянемся вверх. Хороший прогиб, грудная клетка ложится на лопатки, открываем подмышки и выводим локти, плечи назад, беремся за гамак на уровне швов, выпрямляем руки вперед, прижав гамачок к спине под лопатками. Аллочка, отходить не нужно? Да. Просто выпрямляем руки вперед, хорошо, и теперь, согнув ноги в коленках, ложимся спиной на гамак. Хорошо, ножки прямые. Продолжаем просыпаться. Подтягиваем дно таза, расслабляем плечи, подбородок направлен к груди. И поочередно давайте начнем с левой стопы. Левая стопа толкает пол, передаем напряжение до самой макушечки. И затем правая стопа. Потихоньку начинаем раскачиваться из стороны в сторону, позволяя гамаку промассировать грудную клетку. И ощущая внутри, как перекатывается энергия от стопы к макушке и обратно в противоположную стопу. Хорошо. Замечательно. Несмотря на то, что мы пробуждаемся, внутренне мы успокаиваемся. Хорошо. И теперь, согнув ноги в коленях, перекатываемся на подушечку стоп, продолжаем подталкивать колени. Хорошо, можно вывести руки в стороны, можно сложить ладошки в намасте. В любом случае, хорошо, подтягиваем дно таза и оттягиваем плечевые суставы от головы. Делаем длинную шею. Вот плечи от головы, потянули макушку в противоположном направлении. И теперь начинаем сильно-сильно натягивать пяточки к полу. Прочувствуем всю заднюю поверхность, все мышцы ног. Как будто бы из самого таза вытягиваем за пяточками напряжение.
И опускаем пяточки. Подталкиваем таз назад, то есть вытягиваем задними мышцами ног таз назад. И корпус остается параллельно полу. Потянулись, потянулись пяточками хорошо к полу. Так, руки в стороны. И корпус параллельно полу, так чтобы, да, хорошо, еще чуть-чуть. Вот мы стоим на ногах, и в этом положении гамак берет на себя вес корпуса, разворачиваем таз, вот, угу. Так, чтобы естественный поясничный прогиб. Угу. И почувствуйте, как освобождаются все напряжения из поясничного отдела, из нижней части спины. Хорошо. И теперь можно через круглую спину, то есть чуть-чуть толкнув стопами пол, передаем напряжение, выпрямляем спину. Замечательно. И теперь мы открываем гамачок, скрепочки вверх. Обе. Открываем гамачок полностью. И садимся. Хорошо. Теперь, держась за внутренний край, да, ближний к корпусу край гамачка, пяточки изнутри в гамак. Угу. И выпрямляем ноги. Выпрямляя ноги, подтягиваем гамачок и освобождаем стопы так, чтобы пяточки были свободны, ножки прямыми. Хорошо. Можно взять руками ручки средней длины. Угу. Хорошо. И теперь, выпрямляя руки на ручках, мягко открываем горло. Постепенно переходим к перевернутому положению. Да, для того, чтобы увидеть мир более ярким, нужно посмотреть на него с разных сторон, увидеть все его грани. Поэтому сейчас мы будем несколько раз менять точку своего мировосприятия. Открывая горло, готовим свое тело к перевернутому состоянию. И, напрягая ноги, чуть-чуть приподнимаем таз, позволяя гамаку съехать вот к самому тазу. Да, пусть промассирует спинку, хорошо, на прямых ножках, хорошо. А теперь берем и разводим стопы очень широко. Так. Очень широко и отпускаем руки через, да, перед собой в пол. Опускаем голову и руки. Так, смелее. Хорошо. Хорошо. Замечательно. Теперь наша задача согнуть ножки в коленках так, чтобы стопой обхватить натянутую часть гамака. Так, хорошо. Замечательно. И теперь во время выдоха, втянув глубоко-глубоко пупок, колени навстречу друг другу, задача подтянуться и обхватить гамачок над стопами. Над стопами руками. То есть подтягиваемся, да, да. Вот здесь, над стопами. Хорошо. Хорошо. И теперь колени вовнутрь, поднимаемся, поднимаемся коленки вовнутрь. Отлично, отлично. И вот у нас коленки полностью зафиксированы. Хорошо, таз зафиксирован. Как вы себя чувствуете? Отлично. Теперь поднимаем руки, беремся за ремешки, локти выводим вперед. И ложимся, раскрывая позвоночник вперед, коленки у нас здесь мешает немножко. Вот если вот так, лучше. Хорошо. Смелее, таз тоже вперед, таз вперед. Но колени направляем навстречу друг другу. Так, можно чуть-чуть, Ал, давайте возьмем прямой рукой выше. Да, и теперь просто ложитесь на руках. Да, хорошо. Смелее, смелее. Отлично, отлично, отлично. Отлично, хорошо. Потихонечку можно увеличивать амплитуду. Колени направляем навстречу друг другу, так, чтобы
вот мышцами, внутренними мышцами бедер забрать напряжение из поясничного прогиба. Хорошо. Как, Ал? Не страшно? Хорошо. Хорошо. Такое вот интересное положение тела. Хорошо. Подтягиваемся и возвращаем корпус между ремешками назад. Хорошо. И теперь потихонечку руками, шагая по гамаку, поднимаем колени, опускаем голову. Замечательно, стопы держат, хорошо. Так. Здесь у нас как завязался. Так, отлично, отлично, отлично. И теперь, девочки, отпускаем стопы, выводим стопы. И снова разводим ноги широко, прямыми. Хорошо, отлично. Отлично, отлично. Да, подтягиваем руки к краю гамака. Подтягиваем. Угу. Хорошо. Снова пяточками вытягиваем гамачок вдоль ног. Берем ручки средней длины. Разводим руки в стороны. И так, чтобы корпус развернулся на плечах, как лыжник с палочками, расслабляем шею в наклоне к прямым ногам. Слегка подтянуты. Сейчас напряжение в внутренних мышцах бедер удерживаем, слегка подтянув коленные чашечки, полностью расслабляем корпус. Смелее, да, просто повисните. Замечательно. Хорошо, не спеша, снова руки в стороны. И теперь сбрасываем, то есть согнув ноги в коленях, сбрасываем стопы. Угу. А? Нет, стопы наружу, просто сгибаем ноги в коленях и садимся, да, садимся. И теперь вспоминаем детство. Помните, как в детстве качались на качелях? Для того, чтобы раскачать из полной статики, раскачаться, вам нужно было сконцентрировать внимание. Вы это делали подсознательно, да? Вот, когда мы маленькие, мы все знаем, все делаем правильно. И сместить центр тяжести в стопы, потом в спинку. И при этом работают мышцы всего тела. Потихонечку начинаем себя раскачивать. Лучше держаться за сам гамачок. Да, обхватите гамачок. Хорошо. И начинаем раскачиваться. Не будем устраивать соревнований, а просто в удовольствие. Здесь мы немножко в разных весовых категориях, это имеет значение. Когда мы уже становимся взрослыми, в школе изучаем физику, то легко уже понять, что чем больше вес тела, тем легче раскачаться. Хорошо. Но здесь очень важно все-таки концентрировать внимание на вот этом ощущении центра тяжести. Хорошо. Виталия, отлично. Можете добавить амплитуду. Хорошо. Отлично. Отлично. Самое лучшее упражнение для успокоения, для снятия стресса и для того, чтобы просто вернуться в память о беззаботном детстве, где все правильно, легко, где мы абсолютно здоровы и счастливы. И на этом мы можем заканчивать наше сегодняшнее занятие. Тож, якщо у вас видався емоційно тяжкий день, то ці вправи саме для вас. И выполнять эти упражнения можно в любое время суток, даже если вы предполагаете эмоциональное напряжение в течение дня, перед этим можно выполнить эти упражнения, тогда вам не страшны будут никакие препятствия.